Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк-сервис AliExpress с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Итак, всем привет, дорогие друзья. И тут у нас такие новости. Архус привезет на IFA 2016 ряд доступных смартфонов. Европейская компания Архус сообщила, что привезет на выставку IFA 2016 смартфон Архус 55 Helium Ultra, старта продаж которого стоит ожидать уже в октябре текущего года, и еще несколько бюджетных моделей. Архус 55 Helium Ultra оснастили 5,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1280x720p, 4-ядерным процессором MediaTek MT6737, 3 ГБ оперативной памяти и 32 встроенной. Плюс microSD-слот, а также двумя разъемами для сим-карт. Работает 55 Helium Ultra под управлением Android 6.0 Marshmallow. Девайс также получил поддержку LTE, 8-мегапиксельную основную камеру с автофокусом и вспышкой и 2-мегапиксельную фронтальную камеру, а также аккумулятор емкостью 2700 мАч, который обеспечит день беспрерывной работы в одном заряде. Помимо стандартного набора возможностей, в Helium 55 Ultra предусмотрены функция управления при помощи жестов, Smart Gesture, передача данных посредством HotKnot, а также возможность одновременного подключения к 4G и Wi-Fi для быстрой загрузки больших файлов, Turbo Download. Разработчики сообщили, что Архус Helium 55 Ultra будет доступен в двух расцветках, темно-серый и жемчужно-белый. Тем временем облегченная версия новинки под названием Архус 55 Helium с 1 ГБ АЗУ, 16 ГБ ПЗУ уже сейчас доступна на сайте компании в жемчужно-белом цветовом варианте. Технические характеристики Архус 55 Helium Ultra такие: операционка Android 6.0, экран 5,5 дюймов с HD-разрешением, 4-ядерный процессор MT6737 на частоте 1 ГГц, память оперативка 3 гигабайта, 32 гигабайта встроенной, так, аккумулятор у нас здесь съемный литий-ионный аккумулятор 2700 мАч. Так, камера у нас 8-2-мегапиксельная, 2 сим-карты, коммуникация LG, 3G, Wi-Fi, Bluetooth поддерживает, все дела, порты, аудиовыход у нас 3,5 мм, microSD 2.0, microSD-слот. Так, габариты 153 по высоте, 77 мм ширина и 8,1 толщина, вес у нас 162 грамма. Недавно компания решила выпустить еще одну версию Архус 55 Helium под названием 55 Helium 4 Sensation. То есть, прошу прощения, Season, с 4 сменными задними панелями: золотистой, неоново-желтой, дымчато-серой и коричневой, имитация дерева. Приблизительная стоимость модели и дата старта продаж Архус 55 Helium с 1 ГБ АЗУ, 16 ГБ памяти — 8000 рублей. Архус 55 Helium Ultra с 3 гигабайтами ОЗУ и 32 памяти — 11,5 тысяч рублей. Архус 55 Helium 4 Season с 1 гигабайтом ОЗУ, 16 ПЗУ плюс 4 сменные панели — 9,5 тысяч рублей. Вот такие вот у нас новости, ребятки. Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся на канал.